Дорогие мои друзья, вы на канале Блондинка Жарит. Сейчас я вам буду показывать рецепт вот этой замечательной вкусной пиццы на мясном фарше, так сказать, мясная пицца. Здесь у меня подача такая лайтовая, а здесь у меня уже с томатом, посмотрите, какая красота, на курином фарше. Мне понадобится фарш. Лучок в блендере. Сюда же добавляю чеснок, у меня уже тертый. Чеснока добавляем, ну, по вкусу, кто как любит. Ну, естественно, соль, специи, я только соль буду добавлять. И все это перемещаем вот сюда, смешиваем. Вот такая вот получается масса. Теперь из нее мы формируем основу для пиццы. Вот такой вот кружок я сформировала. Можно делать квадратом, прямоугольником, что я и делаю чаще всего. Но сегодня захотелось круг. Теперь сверху отправляем томат. Томатную пасту я буду наносить лично из-за наших вкусовых предпочтений только наполовинку. Теперь дело за малым. Бекон, сыр, грибочки. Все у меня в замороженном виде. Ну и, конечно, я добавлю томаты. Друзья мои, все готово. Вот здесь, с этой стороны, прям классическая пицца. Вы можете делать именно так всю. Или добавлять, что вам нравится, по желанию. Некоторым в нашей семье нравится только так, вот только так. Ну, и я тоже не против, люблю так тоже. Ну, и так люблю. Главное, чтобы было вкусно. Отправляем в духовку. Друзья, выпекаем. Я думаю, минут 30 надо. У меня где-то 180. Пока! Друзья, все готово. Посмотрите, какая красота и аппетитная пицца получилась. Вот какая красота получается. Все идеально перепеклось. Начинка. Круто. Это не менее вкусно. Идеально. Очень вкусненько. Друзья мои, если было интересно, если рецепт понравился, лайк, подписка. Пока-пока-пока.